На Гомельщине прошел областной слет юных спасателей пожарных. Соревнования проводились в два этапа. Первый день проходил на базе средней школы номер 11 города Мозыря. Второй на базе средней школы номер 9 Гомеля. По традиции конкурсную программу открыл смотр строя. Равных в нем не было представителям из Речицкого района. По итогам двух соревновательных дней третье общекомандное место заняли юные спасатели пожарные из Калинковичского района. На второй позиции оказалась команда из средней школы номер 9 Гомеля, а победителями областного слета стали ребята из Речицкого района.